ты уже меня снимаешь. Да, как ты приготавливаешься. Я тут пыхтю. Света, давай. Наручник опять поставил. Да, поставил опять наручник. Подлый ты человек. Блин. Света, что мы делаем? Мы катимся назад. Ты поставила на нейтрал. Драйв. Драйв. Хорошо. Куда мы едем? А что оно назад едет? Что я не поняла. Оно на драйве стоит, да? Да. Куда мы поедем сейчас? Ну так мы же должны выехать. Хорошо. Пробуй, а что оно назад пробуй едет? Выехать. Так оно назад едет. Ну пробуй выехать. Так оно назад едет. Оно назад едет? Да. Тогда остановись, заглуши двигатель. Посмотри, что не так. Посмотри кругом. Все нормально? Не знаю. Пассажирская дверь открыта задняя. Почему? А? А? Господи. Кто я тут? Кто ее не закрыл, лучше спроси. А тут оно должно отмечаться? Да, оно светится там, что дверь открытая. Я это вытру, вырежу. Не надо это вырезать, это надо оставить. Кто въедет с открытыми дверями, расскажи. Кому покажи. Можно отписаться со смеху. Поэтому, наверное, и драйв не включается. Она катится назад, как на нейтралке. Слушай, а на табло оно написано? Заведи машину. На табло оно было, я уже меня трясутся. Заведи машину сначала. На табло оно написано. Ну заведи машину, говорю тебе. Ну. А теперь открой дверь. Открой дверь свою. Что видно? Видишь машина с открытой дверью? Вижу. Вот она потухла. Выезжаем на большую дорогу. Так, вот ты едешь. Едь, объезжай по кругу все. Весь этот паркинг, как обычно. Комментируй, что здесь. Это что? Работа моего мужа. Это не твоя работа, это каток какой-то. Каток, рядом. Нет, давай. Работа твоя. А здесь каток. Здесь каток. Это закрытый каток, он работает билетом. На большой дороге, вот видишь, где машина едет? Да. Включай правый поворот и останавливайся полностью. Есть машина? Пошла в правый поворот. На перекрестке поедем направо. Стой правее, потому что нам нужно вправо поехать. Вот молодец. Включила правый поворот. Подъедь к знаку стоп. Подъедь к знаку стоп и сделай полную остановку. Света, ближе, чтобы видна была дорога. Полная остановка. Нет машин? Нет. Пошла в поворот. Газу. Скоростной режим 35. Все, вот Светка едет сама за рулем. Смотри на дорогу, поглядывай в зеркало заднего вида. Поглядывай в зеркало правое и левое и на спидометр. Едем все время прямо. Не гони, Света, у тебя превышение скорости. Стой в своей полосе. Все, вот едет Светка. Так, едем по дороге, все. Самое главное стоять в своей полосе. Поглядывай на скорость, поглядывай на спидометр. Света, не гони, ну. Ножку с газа убери, и машина пойдет чуть-чуть медленнее. Тормозить не надо. Ножку с газа убери. Больше 40 едет. Так нельзя больше 40. Я поэтому торможу. Едь 40. Вот так едь. Вот, все, молодец. Да тормозить не надо, на газ давить. Я не торможу. Вот так и едь, все. У нас здесь небольшая погрешность на этой машине. Близко к 40 это будет все 35-37. На скорости 35 ехать 37 никто не запрещает. Вот сейчас на горку ползем, можно добавить газу.
Мне не надо наушники. Зачем мне наушники? Какие наушники? Звук лучше. Мне не надо ничего. Там микрофон есть. Тут тоже есть микрофон. Вот слабенький. Мы едем прямо? Прямо едем. Только не гони, если вдруг светофор будет меняться. Знак какой после светофора стоит? Зеленый. После светофора какой знак 30. Стоит? Ну так значит надо чуть-чуть сбавить скорость. Я хотела пролететь. Ты пролетела его уже. Едем прямо, все время прямо. Не кричи на меня. Я нервничаю, когда ты кричишь. Ой, хорошо, буду молча говорить. На следующем светофоре поедем направо. Че здесь так много машин? Машин везде много. Сегодня какой день недели, Светочка, знаешь? Воскресенье. Воскресенье. А время сколько? А что, да, нет. Включи правый поворот и начинай перестраиваться в правую полосу. Мы направо едем? Мы едем прямо до светофора. Видишь, где светофор? Еще на полосу правее перестраивайся. Чтобы пойти в правый поворот, нужно стоять в крайней правой полосе. Мы сейчас поворачиваем? Прямо едем сейчас. Я тебе сказал, на светофоре поворачиваем. Выключай поворот, пожалуйста. Все, приехали. Приостанавливайся. Видишь, какая очередь машин стоит на правый поворот? Приостанавливайся, пожалуйста. Света, прошу раньше притормаживать. Нам Можешь нельзя. Не орать на меня? Стараюсь. Говори, какие у меня сегодня были ошибки? Какие, потом расскажу ошибки. Право и лево перепутал. Да, вместо правого поворота... Вместо перестроения с правой полосы со средней Знаешь, полосы. Мы сейчас куда едем? Света, мы едем прямо, но у нас препятствие, его нужно объехать. Не гони. Посмотри, есть ли машины слева. Нет. Объезжай машину. Включай правый поворот. Перестраивайся правее. Вот это препятствие было. Мы прямо едем или? Направо едем. Мы в полосе. Стоп. Красный свет. Вот теперь можно газовать. На красный свет разрешена поворот направо. Стой в самой крайней полосе. А что ты сказал стоп тогда? Потому что красный свет горит. Но ты же сказал, что можно ехать здесь. Ну надо через полную остановку, Света. Ты этого на не читала? Красный свет через полную остановку? Да. Очень медленно. Полоса сейчас будет менять направление. Мы сейчас будем выезжать с тобой на скоростную дорогу, которая называется 95-я Норс. Вот сюда направо пошла. Очень внимательно. Очень внимательно. Газу, газу, газу. Вот так. Здесь какая скорость? Пока никакой. Пока 35-40. Едь, едь. Выбирай скорость. Сейчас нужно перестроиться, наша полоса будет закрываться, нужно на одну полосу левее перестроиться. Никого нету слева? Включи левый поворот, перестройся. Выключай поворот. В этой полосе так и есть. Сколько так и есть. Здесь скорость 65. Газу. Газу. 65 миль, это сколько километров? 100. Газу. Газу, Света, у тебя всего 60. Еще. Капец, я боюсь. Вот так и едь. Боюсь я. Боюсь, едь. Самое главное, смотри по сторонам, зеркала. Чтоб никого не задеть. Все, уже 70 метров. Не тормози резко. Вот сейчас в жопу заеду. Если видишь, что быстро едешь, ногу с газа просто убери и все. Едем. Едем. В этой полосе так и стоит. Да не гони, здесь можно уже 55 только ехать. Все, едем, 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 едем. В этой полосе стоим. Здесь скорость 55, вот едешь почти 60, так и едь, молодец, едем прямо, никуда не сворачиваем, едем прямо,
Едем прямо. Едем прямо, никуда не сворачиваем. Едем прямо. А у меня его снимают. Скажу, это не я. Я тебя снимаю. А меня ведь наши, это я еду. Да это ты едешь, да, можешь язык показать. На. Не. Казань. Давай. Так. Открывается новая полоса сейчас. Внимательно, нужно включить правый поворот и перестроиться на одну полосу правее. Пойдем вот на этот экзит, называется экзит 32 Кантера Драйв. Все, стой в этой полосе. Поворот выключи. Какая скорость здесь? Уже можно ехать 45, больше не надо, потому что поворот будет сейчас. Резкий поворот будет, снижай скорость. Входим в поворот. Чуть-чуть. Все хорошо, не тормози. Катись. Катись по этой самой, на передаче. Едь, катись. Едем прямо. Кто-то тут сопсовался, бачишь? Кто-то сломался. Едем прямо. Мой муж говорит на украинский мой. Едем, а у него без колес стоит. Почему? На поворот, на светофоре поедем направо, Света. Помедленнее, пожалуйста. Направо поедем. Опять ты едешь в левую полосу. Едем, зеленый свет нам горит, едем. Так ты ж мне не дал переключиться. Помедленнее, помедленнее. Входим в поворот. И сразу в крайнюю левую полосу. Левый поворот включай. И в крайнюю левую полосу. Пошла. В крайнюю левую. Еще левее. Еще левее. Еще левее, на две полосы левее. Света. Так что ли? Вот так. Ну так я ж не могу сразу. Притормаживай. Я ж не на медведь. Тормози. Света, ты видишь, что полоса открывается? Ты только перестроилась в ту полосу, по которой можно было ехать прямо. А я тебе говорю, крайнюю левую. Ладно, все, не ори. Куда теперь? А куда можно ехать с крайней левой полосы, скажи? А направо. Куда? Направо. С крайней левой? А, налево. Лонский городовой. Ты что, придуриваешься? С крайней левой полосы только направо. Повтори, куда можно ехать с крайней левой полосы? Только налево. Молодец. Я хочу, чтобы ты это запомнил. Ты на меня сегодня кричишь, на меня обычно не кричишь. Я не кричу, я просто нервничаю. Плавно, плавно, плавно. Пошла в левый поворот. Знак, видишь, объезжай препятствие справа. Вот в своей полосочках и стой, в своих. Молодец, так и едем. Фу, слава. Вот так и едем, по своей полосочке едем. 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 Едем, Светочка, едем, газу добавим. Добавь газу, ни на кого другого не смотри. 35, я еду. Но этот посунется сейчас перед тобой. Пропусти его теперь. Снижай скорость. Все по тормозам дают. Снижай раньше, прошу тебя. Я уже тебя даже не трясу. Смотри, как я аккуратно. Можем ехать дальше. Нам зеленый свет. Гони машину, дорога будет менять направление. Тут 35 никак не проедешь. Стой в правой полосе. Помедленнее. Дорога меняет направление, будет резкий поворот налево. Стой вот на этой полосе. Вот там в этой, что ли? Да, в этой, что ли? Куда теперь? Вперед сюда. Куда? Куда дорога ведет? Туда и едь. Куда она ведет? Налево ведет. Света, неужели ты не видишь, что направо нету? Дорога меняет направление. У меня уже сил нету эту камеру держать. Перестройся на одну полосу левее, чтобы никому не мешать. Выключи поворот. Едь. Молодец. Скорость 35.
Мы едем, Света, в магазин в Шаперс. Не гони. Ты там же ездила, я ездила. Да, ты уже ездила. Я в Шаперс не ездила. Ездила. И в Шаперса тоже ездила. Нет, мы ездили в этот. Света, ездила ты в Шаперс тоже. В Walmart ездила. И в Шаперс не ездила. Едем прямо. Едем прямо. Теперь едем прямо, включаем поворот левый и перед светофором перестраиваемся в левую крайнюю полосу. Еще левее. Стоп. Полный стоп на красный свет. Стоп, Светочка, стоп. Я клюю носом уже. Вот тут еще больше высунулся. Я не говорю, что ты нос высунула, я говорю, я носом клюю. Нет, это правильно. Резко тормозила. Что надо смотреть теперь? Налево, зеленый. Едем, значит. Не стоим, а едем. Тебя все пропускают, потому что у тебя зеленая стрелка. Ну что ты хочешь? Что я должна сделать? Едь, целое упражнение делаю. Удачи! Ну, въедь в мой. Еще чуть-чуть назад и руль в противоположную сторону. Руль вправо. Руль вправо. Стоп. Вот теперь смотри. И что? Ну что? Подожди. Сейчас увидишь все. Молодец!